Привет всем, это канал Лиса Алиса вяжет, а меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать в своем новом вязальном блоге. И начнем мы с готовой работы. У меня пока на данный момент одна, но я уверена, что в течение этого видео еще случится готовая работа. Так, у нас это митинги, написание называется Degree Meetings, я всю информацию оставлю в инфобоксе под видео. Сейчас вам примерю, покажу, я, кстати, забыла взвесить их, поэтому на экране вам подпишу, сколько они весят, потому что у меня от моточка еще пряжи немножко осталось. Как раз хватит на тыковку, чтобы связать еще одну. Вот, очень мне понравилось их вязать, поэтому будет такая красивая тыковка. Но митинги получились ничуть не хуже, шикарно. Мне очень нравится. Я в этот раз вязала уже такую модель, прошлой осенью. В этот раз я удлинила здесь, больше связала на сколько рядов? Ой, рядов на 6, кажется, да. И пальчик удлинила, потому что там он у меня прям настолько меньше был. Вот, и теперь прям идеально. Теперь все отлично. Вот так хорошо все сидят. И можно теперь смело носить, пока погода позволяет. Дальше вы у меня видите шапку. Это как бы готовая работа, но не готовая работа, потому что этой шапке уже несколько лет. Вязал я ее, наверное, в 20-м или 21-м году. Наверное, в 21-м году. Мне кажется, вот, немножко поносила, но и все на этом, и положила, убрала, потому что связала широковато она на мне, то есть она мне прямо сползает на глаза, и что-то не хочу я такую вот носить пушистую, это из норки, кстати, шапка из пуха норки, не понравилась мне, в целом ничего так, но вот как-то не хочу. И что я придумала? Я придумала, как бы выкидывать жалко, а вот можно же взять и распустить, и связать прекрасные варежки. Есть у меня одна идейка, какие связать именно там с небольшим простым таким узорчиком по вот этой стороне. И думаю, у меня все получится. Отдам девчонкам своим, или Алиске, или Лизе. Они у меня ее быстренько распустят. Вот она у меня такая, с таким отворотом. Я ее вязала, чтобы прям хорошо. Ну, в целом, хорошенькая такая, но великовата. Вот. Так что будет у меня еще один процесс. У меня ноябрь, походу, получается такой какой-то процесс вязания аксессуаров. А дальше. Дальше давайте по покупкам пройдемся. Лежит у меня тут такой моточек Реги Альпака Софт. Первый раз покупаю такую пряжу. Здесь у нас в 100 граммах 310 метров и состав 62% шерсти, 23% полиамида и 15% альпаки. Прекрасная нежненькая ниточка. И вот здесь прям такой уже сразу видно пушочек хороший. Такой он какой-то розово-бежевый, неравномерный цвет. Будет красиво смотреться. В чем же? Определенно опять это будут варежки. То есть из пуха норки я свяжу такой прототип, можно сказать, пробный вариант. А потом еще хочу связать из этой пряжи варежки себе. Вот, я моточек этот на мегамаркете взяла, баллы списала, спасибо. И прям вообще шикарно он мне, можно сказать, ни в какую цену не встал. Классно. Вот, хотя вот и это вроде носочная же пряжа, здесь носок нарисован. Ну, как-то жалко на носки, такой прекрасный моточек, а вот варежки будет шикарно. Наверное, в одну ниточку прекрасно. Прекрасно будут вязаться. Так, что еще у меня? Еще у меня спицы новые. Это все ко дню рождения я планировала себе накупить. Я два набора показывала уже в прошлом видео. И вот говорила, что вот эти еще ко мне идут. Knit Pro, Nova Metal. Мне прям вот очень нравится на них вязать. Я сейчас вяжу носок на них. И очень-очень они мне прям зашли. Это две пары 2,75. Здесь у них леска 100 сантиметров. И взяла еще одни 2,5. Вот сейчас как раз вяжу носок на 2,5. Вот. Теперь можно развести еще больше носочных процессов. А теперь я вам покажу свой, не знаю как, факап. Свой, как бы это назвать так мягко говоря. Ну, свою, в общем, невнимательность. Сейчас все покажу.
А все же мы помним, да, как у нас выглядит ниточка, пехорка, воздушный кант. Что это такой шнурочек, цепочка, там шнурочек, да, и вот он такой, и туда набит мериносовая шерсть. Даже она состоит из чего она? Забыл состав. Да, мериносовая шерсть и бамбук. То есть ниточка вот эта такая хлопковая и мериносовый пушочек набит в ниточку. Вот все мы знаем, как она выглядит. И по ощущениям безумно нежная, классная, просто супер. И я себе давно уже хочу попробовать связать по описанию Маргариты Тереховой. Получается такая капор, коски-отморозки. Но там он как с манишкой идет, получается, и такой, ну, капюшончик. Вот, и я захотелось мне взять из этой пряжи такого сиреневого цвета. Заказала я вот эту сиреневого цвета пехорку воздушный кант. Вот смотрите, что мне пришло. Я по своей невнимательности, ну, как-то быстро мне надо было, просто забрала, все, ушла. Домой прихожу и вижу, что это далеко не пехорка воздушный кант. Этикетка понятна, да? Походу, это кто-то подменил, а потом, видимо, вернул. И все. Короче, я не знаю, что это за ниточка, что это за пряжа. Потому что здесь просто этикетки были просто так вставлены. Обычно они внутри мотка, они как-то вот так вот скреплены. А здесь все, во всех мотках просто воткнуты туда, и все, этикетка. Походу, кто-то подменил пряжу и вернул ее обратно. Я не знаю, что это за пряжа, вообще без понятия. Но она такая на ощупь не очень приятная. Больше похожа вот на ализе, как у Лана Голд или как там. Хотя там, может, даже и поприятнее. Ну, какая-то она не очень. Мне кажется, это какой-то, не знаю, либо стопроцентный акрил, либо что. А вот такого грязного серого, ну, какого-то сиреневого цвета. Ну, в общем, это не пехорка. Воздушный кант, как мы видим. Это нежненький такой моточек. И тут видно, что тут шнурочек, ну, или цепочка, я уже не помню. А здесь вот просто вот такая нитка. И все. Вот. Возвращать я ничего не буду. Потому что сама лоханулась. Как бы применение ей найду. Есть у меня варианты, что связать. Ну, это что-то такое будет интерьерное. Это не для носки. Но вот обидно. Ну, обидно, что вот так вот я по невнимательности сделала. Так что, в общем, все надо, все абсолютно проверять. Сразу на месте. Вот. А теперь там что-то Лизаветка моя хотела показать. Сейчас я вам камеру на нее переведу. Вот, вот так мы выглядим с этой стороны. Привет, Лизаветка. Это мама. И нам же такую пьяву носочек разный. Тебе нравится? Да. Да? Ты хотела поделиться? Показать всем? Вот, посмотрите еще раз на один носочек. Но я уже второй довязываю, потому что уже прям надо. Там осталось чуть-чуть. Так что в этом видео мы увидим готовую парочку носочков. Это носочек пьезу. Вот эти ближе. Угу. Поближе, отлично. Красиво. И они, вы знаете, которые это пьяза называется радуга пьяза. Хорошо. Вот вам такой мини-сюжет от Лизаветки, которая сейчас на больничном. Да, Лизаветка? Вот, заболели немножко. Вместе снимаем видео. И как только мне пришло сообщение, что моя посылка с книжками в почтовом отделении, я тут же пошла за ней. Не могла просто ждать. И вот они уже у меня. Целая стопочка книг. Так, ну давайте посмотрим, что же тут интересного я заказала. Это книжка просто так для легкого чтения. Такая мы купили, книжный магазин называется. Вот, как исполнить мечту книголюба. Но о книжном магазине я не мечтаю, но почитать очень захотелось. Вот, буду... Ой, здесь котик. Котик. Вот, ну как-нибудь обязательно почитаю. Вот, на досуге. Классно. Так, дальше.
это вот такая. Игрушки вязаные я просто обожаю, люблю. У меня очень их много, но я, наверное, только одну вязала, это китенка. Вот, остальные не моя хорошая знакомая связала. Это мышка, лисенок. Вот, вот эта девочка такая с шариками. А еще кактусики. Вот, очень их люблю, эти игрушки. И периодически даже покупаю некоторые описания на них или просто себе что-то оставляю в закладках интересное. Но вот захотелось еще... Ну, книжки тоже, кстати, покупаю с вязаными игрушками. Может быть, когда-нибудь что-нибудь досвяжу. И вот захотелось мне уже давно такую книжечку. И тут, конечно, на Черной пятнице не удержалась и взяла. Милый зайчонок. Здесь, не знаю, будут фотографии с игрушками. Так, у нас автор. Автор. Кристина Цвикевич. «Уютные зверушки». Здесь в этой книжке 11 вязаных игрушек спицами и крючком. Ну, вот спицами бы я попробовала повязать. Он зайчик такой миленький очень. Не знаю, кто вяжет игрушки. Возможно, знаком с этим автором. Я первый раз буду что-то пробовать. Немножко полистаем. Так-то кошка в дверь бьется. Так, есть какие-нибудь тут? Вот лягушонок. Прикольный зайчик. Что тут еще? Это у нас это овечка. Так, дальше. Пингвиненок вообще милый просто. Милашка. Еще что? Вот он, зайчонок этот. Красиво очень выглядит. И сейчас еще что-нибудь найдем. Так, техники. Мишка. Ну, по мишкам я как-то особо не это, не тащусь. Гусь. Гусенок прикольный. Так, еще один. Ну, кроличек. Ну, вот зайчиков всяких люблю. Кроличек милый. А тут уже крючком. Вот здесь крючком. Колыбельки. Классно. Это прям милота. Так, показали. Сейчас еще найдем. Вот еще зайки. Так, вот так нам сделаю. Классные. Ну, такие милашки. А это прям, это крючком, да, эти заюшки крючком. Так, мишка с домиком. Но больше всего, сейчас я вам покажу, что мне захотелось связать, это вот эти рыбы. Это же идеальная утилизация остатков носочной пряжи. Просто, мне кажется, шикарно. Хотя здесь ниточка, наверное, потолще более, но как вариант, почему нет? Вот они мне прям запали в душу, эти рыбы. Так, отложим в сторону. Дальше, конечно же, как истинный Поттерман, и кто вяжет, и также вязальные Поттерманы меня поймут. Ну, невозможно было не приобрести себе вот эту книженцию. У меня уже несколько есть. В том году брала другие немножко там что-то крючком вязать. Ой, ну вот это, конечно, да. А здесь еще включаются проекты из фильма «Фантастические твари». Сейчас вам покажу. Ну, это просто так вот, наверное, чисто для вас атмосферы, просто повдохновляться. Но, может быть, вот этих товарищей, почему бы нет, попробуйте связать. Мне кажется, здесь они прям вяжутся легко, то есть полотном, потом тут просто сшиваются ножки, и все. Нюхаль вообще красавчик, мне кажется, здесь есть. Вот он. Ну, кстати, оригинально связать нюхаля, положить туда все свои украшения и пускай их охраняет. Класс. Класс. Так, что у нас тут еще интересного? Что бы я еще? Вот прикольная шапка Рона Уизли. Кажется, да. Из фильма. Шарфы. А вот она,
Гермиона вязаная. Прикольно, конечно. Ну, оригинально. Почему бы нет? Так, это Рон и это Гарри. Гарри. Класс. Вот еще. Так, и тут есть у нас уже из фантастических тварей. Это было... Да. Пикет. Пикет. Вот он. Миленький. Вот. Буду смотреть и наслаждаться. И, возможно, на новогодних каникулах почему бы не взяться и не связать. Так, дальше. Дальше про растения. Внезапно. Уже как бы давно не связано с этой темой, с этой работой с растениями. Хотя, ну, занимали в моей жизни довольно-таки большой отрезок времени. Но вот периодически случается у меня так помутнение, и я покупаю вот книжки, которые прям про растения. Ну, нравится. Нравится. Люблю. Но вот так, смотреть. Потому что как-то больше уже, можно сказать, отошла я, наверное, от этих дел. Вот. Здесь в основном, ну да, про комнатные растения получается. Кислица. Кажется, так она называется, если я насколько помню. Да, кислица. Вот. Ну, красиво. Шикарно. Ой, я помню, когда мы были в Таиланде, на Пхукете, в ботаническом саду. Ну, это открытый, соответственно, ботанический сад. Огромная там территория. Ой, сколько же там растений просто. На тот момент, конечно, мне все это прям захватывало. Я там шла, рассказывала на тот момент еще будущему мужу. Вот, где какое растение, как оно растет. Ой, ну это было интересно. Интересно очень. Ну и посмотреть еще на тот момент, получается, работала, ну, в цветочной фирме биологом. Вот, и как бы к нам, ну, такие экзотические растения, соответственно, приезжали-то из других стран. Вот, и было очень интересно уже прям вживую увидеть их в естественной среде. Это, конечно, другое совсем ощущение и восприятие. И, соответственно, как оно в природе выглядит. Вот, то есть в естественной такой среде обитания. Ну, это так мне для настроения и также для вдохновения, для фоточек. Я люблю делать какие-нибудь фотораскладки носочков с книжками. В общем, это нам надо. Так, ну и дальше. Это самая, наверное, такая главная покупочка из-за всей этой посылки. Книга, коллекция японских узоров Йоко Хаты. Я уже так пролистала. В целом, какие-то узоры знакомые, какие-то для меня там новые, но интересно, тут есть и смешанные техники, и мне еще тут понравилась вариация узоров вот в применениях в изделия, варежки, носки. Классно. Ну, давайте что-нибудь сейчас посмотрим. Так, это просто. Вот. Большая книжка. Так, Лизаветка куда-то пошуршала. Вот, красота. Всякие косы, араны. Все это так нравится. В изделиях очень красиво смотрится. Ну и простые здесь тоже есть. Много, да, много, как говорила, я уже знакомых. Ну, в других книжках есть. Но посмотреть, конечно, и что-то для себя применить интересно, возможно, на будущее. Так, и последнее это, да, вот у меня уже такая есть, и я взяла еще одну для розыгрыша. Я думаю, в декабре что-нибудь устроим. Хочется порадовать и своих зрителей, читателей, в общем, что-нибудь придумаем. Вот такая книжечка. 55 вязаных шаров от Арнея Карлос. Я в начале года планировала, что буду каждый месяц вязать по одному шарику. Но год подходит к концу. А я так за это не взялась. Но у них там очень интересные, красивые модели. Вот это вот прям такой новогодний-новогодний. Красно-зеленый
вот и бежевый. Вот, в общем, все мои книжные покупочки, но не все. Впереди меня еще одна ждет посылочка. Ну, там я уже говорила, там больше детских книг. Но тоже с вами потом поделюсь. Небольшое включение. Ну что, я не удержалась и уже почти всю шапку распустила. Вот что осталось от нее. И сразу же решила наматывать. Моталку достала, и вот такой уже у меня получился огромный кейк. Моталку, кстати, то ли летом, то ли в начале осени брала, не помню. Или весной, вот не помню уже. Но она мне очень зашла. Такая маленькая, удобная, ее сюда поставила. У меня здесь вот ящик такой с... Ну, получается, вот здесь вот с такой прорезью. И удобно очень ее поставить. И здесь быстренько что-то там перемотать. У меня есть еще такая большая металлическая. Вот, но ее надо доставать. Иногда лень. Но та прям тоже хорошо очень довольно-таки мотает. Так, еще что хотела показать. Не помню, показывала или нет. Вот у меня есть такая шкатулочка. Это на Валберес брала. Она, ну, там, позиционируется как для украшений. Но я приспособила ее для маркеров. И очень так удобно. То есть не валяется все в куче. А какой захотел, взял. И вот здесь еще, сейчас вот так покажу, такие маленькие лежат, висят. Вот, очень прикольненько. Ну все, и походу я начну варежки уже вязать. Правда, здесь у меня была связана шапка в две нити норки. И одна, вот это, они катушку обычно прикладывают, и одну ниточку я брала. Ну такой катушечный. Вот не знаю, надо добавлять еще одну нить или нет. Подумаю. В принципе, вроде особо я там мешки таскать в этих варежках не собираюсь. Думаю, не протрутся, не порвутся, ничего с ними такого не случится. Вот. И все. Буду приступать к вязанию. Итак, пришла пора заканчивать это небольшое, но для меня продуктивное видео. Пока мой голос меня совсем не покинул. А то несколько раз перезаписываю, и потом уже совсем голос пропадает. Но не будем грустно, ничего, скоро вернемся в строй. Давайте с чего начнем. Это то, что я довязала, вот эти митинки красивые такие, с крапушками из Альпина Твит. Очень довольна ими, но еще не носила, надо еще отфоткать. Отфоткать, и это сейчас вернусь к этому моменту. Дальше. Я планировала, что довяжу вот эту пару носочков, но... Что-то пошло не так. Ну, главное, пятку уже я вывязала. А здесь уже убавки, стопы, да, вяжу. И дальше уже пойдет как по маслу. Быстренько довяжем этот носочек. Что еще у меня из нового? Пришла еще одна, третья посылка с книгами, когда я заказывала на Черную пятницу. Ну, там в основном, да, там остальные все были детские. И вот одна такая была для меня. Называется «Книжная деревушка в Шотландии». Вот, буду читать. Уже похожую, с какой-то такой картинкой тоже. А, до этого я вам показывала. А мне кажется, здесь видео и показывала. Мы купили книжный магазин, кажется, так она называлась. Да. Вот, и это еще одна такая атмосферная книжка, рассказ, роман. Здесь написано роман про книжный магазин. В общем, мне... Чтение такое приятное, думаю, на зимние каникулы. И вот такая открыточка в подарок пришла. Вот здесь это иллюстрация книги, сейчас забыл, как называется, «Вампирский клуб вязания». Вот. И там у них еще на сайте Миф написано, а вот к этой книге, если у кого-то из блогеров там больше 20 тысяч подписчиков, они могут им написать, и они могут выслать книгу на обзор. Вот. Так что, если у вас больше 20 тысяч подписчиков, попробуйте, напишите, если вы любите книжки. Вот, было бы интересно узнать, что это за книга. Ну, возможно, я ее себе приобрету все-таки, несмотря ни на что. Так, с этим тоже все. Дальше вы увидите у меня уже такой похудевший кейк, моточек из распущенной шапки, но немножко подождем, и вот к этим носочкам. Эти носочки я вязала летом прошлого года, да, где-то к осени их довязала.
И все. И что-то у меня как-то не было вдохновения ни как-то сфотографировать их. Люблю я все-таки фотографию, люблю делать раскладки с носочками и на себе фотографировать. Но вот как-то не срослось. И вот тут на днях все сошлось. Сейчас вам вставлю пару кадров, которые я сняла. В общем, спустя год носочки отфотографированы, и я теперь их смело могу носить. Да, вязала их для себя, чтобы носить уже дома их осенью, а тут уже скоро зима, а я все никак до них не доберусь. Но кадры получились красивые, на мой взгляд. Очень такие уютные, атмосферные. Ну вот, люблю я это дело. Вот. И напомню, эти носки я вязала по платному описанию Юлии Вежувей. Все ссылки оставлю в инфобоксе, да, под видео, если что. Ну, в телеграм-канале в своем я тоже сделала пост с фотографиями и техническая информация, каких спиц вязала, сколько весит, тоже оставила. А теперь давайте к самому главному. Видно здесь уже изрядно похудевший моточек. Изначально, в общем, что я решила же вязать из этой шапки варежки. И я связала свои, считаю, идеальные варежки просто. Просто я им настолько довольна. До этого я вязала варежки, но вот из такой толстой пряжи на спицах 5 мм, которые вяжутся, ой, вообще просто в лед. Даже мастер-класс у меня есть на них, подсказочку отставлю. Вот, но вот сейчас вот смотрю на мастер-класс, что-то меня не очень он устраивает. Хотя, ну, в целом там вроде все так подробно показано. Но эти же варежки я вязала уже на спицах меньших, соответственно, там, ну, как-то расчет другой, плотность другая. И взяла я спицы 3 мм. Так, где у меня тут начало нитки-то показать? Вот 3 мм. Здесь это пухнорки. Тут две нитки пухонорки. И я добавляла ниточку, которая катушечная идет, там вкладывают. Ну, давайте, не буду вас томить и покажу вам эти варежки. Вот так они выглядят с этой стороны, а вот с этой вот такие, не знаю даже как назвать, я еще не придумала им название. Это узор-то похож на рис, но здесь получается по две петли. Рис или жемчужный узор. Там обычно берется в шахматном порядке одна лицевая, одна изнаночная. В следующем ряду уже идет одна изнаночная, одна лицевая. А здесь у меня получается по две петли я сделала. Ну вот я считаю просто... Они какие-то получились очень идеальные. Да, есть у меня там некие сомнения, какие-то недочеты, но будем считать, что это прототип варежек будущих, которые я буду еще одни вязать. Ну, посмотрите, как шикарно. И какой пух просто невероятный. Я как-то читала или где-то у кого-то слышала, кто-то рассказывал. В общем, пух норки, чтобы выбился такой хороший пух, надо их в горячей воде постирать. Я прям вот кипяток налила туда их, как только довязала, положила. И вот они высохли и просто обалденно пушистенькие. Так, вот вроде пух видно. Ну, шикарные. Я очень довольна этими варежками. Они просто удивительные. Вот здесь у меня вот так вывязывала я прибавки для большого пальца. Ну, как-то немножко по-своему сделала, не знаю. Сначала были сомнения, но мне очень нравится, как это все органично смотрится. Очень красиво. Вот, не знаю пока во вторых варежках, как я буду. Так же не так, но я просто иногда такой перфекционист. Мне вот надо, чтобы все шло четко, петля в петлю. Ну, вроде как получилось красиво. Пальчики закрытые. Дырочки тоже тут были, когда при подъеме петель, но постаралась, в целом все убрать. И в целом мне нравится, как я здесь закрыла мысочек, можно сказать, такой, но буду еще думать над ним. Но мне прям очень-очень нравится, как все получилось. Вот, и вторые варежки будут у меня из этой пряжи. Вот она лежит, ждет своего часа. И я вот сейчас перед видео смотрела, ну, перед тем, как записывать видео, смотрела на эту пряжу. И вот думаю, что из одной ниточки
тонковато как-то. Не хочу я, наверное, такие тоненькие. Это получается 2,75 брать. Вот думаю, хватит ли мне. Здесь 100 грамм 310 метров. Ну, по идее, должно хватить на вот эти варежки. В целом, если взять вот эту ниточку, сравнить, приложить и эти две, то по толщине, мне кажется, проходит, и я смело могу вязать на троечке. Да, вот. Ну, прям очень хочется попробовать. И что вы думаете? Может быть, запустить какой-нибудь совместник по этим варежкам и связать нам все вместе? Но для этого надо подготовиться, в общем, к ним, выдать техническую информацию, как и что, какая у меня тут плотность. Ну, и расскажу вам, как их вяжу. Вот. Либо сделать, может, типа, как статью написать, то есть показать, как, в общем, вяжу, уже буду, когда вот эти вязать, показать, как вяжу, и рассказывать, расписывать. Потому что отдельное видео снимать очень тяжко, это надо, на это очень много времени, которого у меня не так много, к сожалению. А вот так, в принципе, можно было бы попробовать, не в напряг. Вот. Ну, класс. То есть, ну, снимать какие-то отдельные моменты такие, ну, как бы сказать, сложные на видео. И делать фото, и расписывать, подписывать, как я их связала. Вот, что вы об этом думаете, напишите мне. И все, на этом я буду заканчивать это видео. Спасибо вам огромное, что посмотрели его до конца. Спасибо огромное за ваши подписки, что приходите ко мне на канал. Мне очень приятно, за ваши комментарии. Если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк. Если еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. И жду вас в комментариях. Очень, очень жду. Спасибо вам большое. Все, пока, до следующего видео.